И всем привет! Я сейчас лечу, приезжает телевидение, это то самое известное поле Гару, и там сейчас собрались, вот я уже сдалека вижу, люди. Значит, смотри, какая интересная ситуация. Вот сейчас рабочее время, и сейчас перерыв на обед. И вот люди бросили реально свою работу и отправились отстаивать свои права. Смотри, как это выглядит. Просто вы говорите, что в Латвии люди не собираются. Посмотрите, это стихийный митинг, по сути. Смотри, как это выглядит. То есть вот мы подъезжаем, люди построили свои дома, целый поселок, да? И вот теперь здесь хотят вхерячить нам завод мусоросжигательный. Обратите внимание на количество людей. Эти люди, они собрались сами по зову сердца. Стихийно. Погляди, сколько их собралось. Просто TikTok, Facebook, Instagram, еще какие-то социальные сети, по которым люди просто передают. И они здесь собрались без лидера. Здесь никакого лидера нету общественного мнения. Здесь просто люди, которые говорят, мы не допустим ту ситуацию, чтобы здесь был мусоросжигательный завод. И вот теперь приехали журналисты. И наша задача бы понять, это журналисты в данном случае здесь собрались, или это пропагандисты. Потому что журналист, он фактически должен отобразить ситуацию, которая здесь произойдет. Его задача отобразить ситуацию и ничего больше. А если он будет пропагандист, это мы посмотрим в наших сегодняшних новостях, что здесь в итоге будет. Сейчас мы просто наблюдаем. И смотрите, какое количество народу здесь собралось. Я не выхожу из машины, я просто хотел показать объем. Я приехал примерно, проехал до середины очереди. И вот люди фактически перекрыли дорогу и хотят высказать свое мнение. Простые люди, то есть мы видим здесь мамочек с детьми, да, видим здесь пенсионеров, видим здесь ребят, которые в рабочей одежде, которые реально на все плюнули и приехали вот в этот час свой, в обеденный час. Сейчас немножко добавлю от себя. Получилось так, что народу слишком много, и мы фактически перекрыли дорогу. И журналисты, наверное, побоялись того, что это перерастет во что-то масштабное. Чуть-чуть прекратили съемку и дают машинам разъехаться. Потому что, по сути дела, здесь образовалась пробка и затор. И если сейчас этот поток простоит 5 или 10 минут, здесь будут просто тысячи машин. А такая картинка, я думаю, все-таки это не редакционное задание, и журналистам все-таки, наверное, их позвали совершенно по другому поводу. Тем не менее, давайте посмотрим на количество людей, которые здесь есть. Видите, они прекратили съемки, остановились, и немного все в шоке, немного в замешательстве. Количество людей, которые мы здесь видим, и теперь движемся. Слышите, да, что он сказал? То есть между собой они ругаются, и он говорит, здесь так, чтобы это красиво снять, нужен дрон. Слишком большое количество людей, и они этого не ожидали. То есть понятно, они думали, что здесь придет какой-то один паренек и что-то скажет такое скучное, они контрольно заснимут. А количество машин, здесь смотрите, несколько сотен. Здесь фактически образовалась пробка, и если они бы не прекратили снимать, то это все было бы слишком опрометчиво для них, мне кажется. Не за этим журналисты приезжали, да? Давайте мы еще с этого ракурса снимем. Это вторая часть пробки. И посмотрим на эту как бы толпу. В принципе, здесь женщины и дети. В принципе. Потому что в основном домохозяйки у нас здесь свободные, как мы понимаем. И те ребята, которые могут во время обеда приехать. Но, как я сейчас вижу, журналисты просто остановили съемки. Все в панике. Никто не ожидал, да? Если мы хотим, мы можем очень много ребят сделать. Просто надо не ссать и просто надо понять, что если ты не поднимешь свою задницу, за тебя этого не сделает никто. И правда, она на нашей стороне. Просто за нее надо побороться. Ну, так мир устроен. И вот все эти люди, да, они говорят на разных языках, они разной религии, за разные партии голосовали. Но за свои права они вышли сами. Сами. Здесь нету никакого лидера. Теперь смотри, что мы можем здесь видеть. У каждого из нас нету времени. Каждый из нас кредиты, лизинги, все понятно, все заняты. Но здесь человек хотя бы приехал постоять на 15-20 минут. Просто у каждого есть время обеда. Каждый пожертвовал своим обедом для того, чтобы приехать сюда. И времени у этих людей не было самоорганизоваться.
То есть это действительно стихийный митинг, и он собирается здесь уже не в первый раз. То есть, понимаете, было раз такое собрание, было два раза такое собрание. Люди начинают во что-то верить, что-то чувствовать, да, что все-таки они что-то могут. И поэтому шансы у того, что у нас все получится, они достаточно высокие.